чем состоит смысл семейной жизни. Смыслов много, конечно же. Есть смыслы ситуативные, а есть смыслы глобальные. Под ситуативными смыслами можно иметь в виду дом уютный, красивая кухня, детки, машина, совместное хозяйство. Сюда можно отнести эмоциональный смысл. В чем смысл? Чтобы был близкий человек рядом, с кем мы обмениваемся любовью, с кем мы идем вместе, с кем мы дружим, с кем мы вместе развиваемся. И в конце концов мы выходим на глобальный смысл, на смысл большого уровня. Как я вижу, семейные отношения — это переплетение судеб двух вечностей. Я вечная душа, и мой партнер вечная душа. И мы в нашей вечности идем вместе. Мы идем вместе, наши судьбы, наши уроки, наши задачи жизненные переплетены. И мы друг другу помогаем идти по пути нашей вечности. Это глобальный смысл, как я вижу. Поэтому, чтобы отношения в семье были полностью гармоничны, они должны совпадать на всех уровнях. На всех уровнях. Как на ситуативном уровне, локальном, на уровне быта, какой-то даже, ну, можно сказать, рутины семейной. На уровне эмоций должны совпадать и на уровне глобального экзистенциального смысла, когда мы вместе с тобой идем и проходим совместные уроки, и у нас есть одни цели, для которых мы идем с тобой. Это очень сложно, потому что у людей вот эта синхронизация может на одном уровне быть, а на другом не быть. На локальном мы совпадаем, да, нужно деньги зарабатывать, да, нужно ребенка в школу, там, да, нужно ипотеку выплатить. На этом мы совпадаем, а на уровне глобальных смыслов можем не совпадать. Но гармоничные отношения предполагают, что супруги синхронизируются. Эта синхронизация может происходить годами, может десятилетиями даже происходить. Но главное, чтобы она была. Понемногу мы синхронизируем свои настройки, и как локальные смыслы ищем, так и большие глобальные смыслы ищем. Поэтому, если говорить, в чем смысл семейной жизни, его мне не хочется обобщать до чего-то одного. Смыслов много, на самом деле. Смыслов есть смыслы короткие, есть смыслы долгие. Поэтому мы должны соприкасаться со всеми видами смыслов в семейной жизни и не бояться их.